Привет! Сегодня я расскажу, как проходят тренировки у конников зимой. Ну что ж, погнали! После расчистки главное хорошо поседлаться. Сначала кидаем вольтрап. Потом кидаем меховушку. Затем накидываем седло. Главное – хорошо закрепить приструги на вольтрапе. После седловки необходимо надеть уздечку. После того, как мы полностью заседлались, можно выходить в манеж. И выводить лошадь обратно в гриль. После того, как закончилась тренировка, необходимо снять с лошади недоудок, обязательно ее покормить. И потом уже, когда вы выходите из дневника, обязательно запирайте за собой дверь. А когда очень холодно, также нужно запереть верхнюю часть. Эй, Бух!